Друзья, всем привет, добрый вечер. Сегодня был такой тяжелый день в Раде. Голосовали законопроект 56.00, по сути, антинародный, потому что в очередной раз повышает налоги для малого бизнеса, среднего бизнеса, простых граждан. Вы все это прочувствуете на своей шкуре. Я, безусловно, не голосовал за этот законопроект. Много говорил о том, что его нельзя принимать, но там же ж абы деньги были на большую стройку. Ну, меня сегодня потрясла другая новость. Я сегодня прочитал в телеграм-каналах, в сетях массовой информации, в средствах массовой информации о том, что электроэнергию из Беларуси, там сейчас Лукашенко, признал Крым российским. Мы называемся самопровозглашенный президент. Так вот, поставки электроэнергии же в Украину из Беларуси продолжаются. А поставки эти идут в основном через компанию IIG, которая зарегистрирована в Объединенных Арабских Эмиратах. Я сегодня прочитал, что эта компания не чужда главе фракции «Слуга народа» Арахами. Ну, то есть, мы не признаем диктатора Лукашенко, но берем у него через прокладку в Эмиратах электричество. Ну, то есть, мы берем российский газ, не признаем Россию, считаем ее государственным агрессором, но берем российский газ через прокладку в Словакии и говорим, что мы газово независимы от России. А электроэнергию мы берем через Эмираты из Беларуси и говорим, что мы независимы электрически от Беларуси. Класс, класс.